Доброе утро. На часах 6:25. За окном только рассвет. А Даниилка уже сам себе что-то рассказывает. Заснула ровно в 8, да, и проснулся в 6:20. Мы тебя очень любим, моя хорошая. На часах 7:35 утра. Натаниил уже на улице. Уже покушал, уже полностью одет. Я говорю, ну пойди погуляй, а мама будет завтрак готовить. Сразу первым делом побежал за своей палкой. Ну и носится. Вот мелочь. Привет! Привет! Какой? Привет! Ой, привет! Какой? Одела его тепленько. И все. Ой. Он хотел маме показать. Ты маме принес палку? Ты палку принес маме, да? Ты гуляй, гуляй. На улице такая холодина. Да? Мама одела тебя в двух штанах, в кофтах, в куртке и в шапке. Правильно. А чё? А кто здесь? Кто там? Мама! Аккуратно, сыночек. Все, я буду готовить кушать. Потом нагуляется, придет, зато довольный. Такой маленький апгрейд. Что у нас выросло? У нас уже тюльпаны выросли. Ой, ой-ой-ой, кофточка прям замочилась. Натенькин. В общем, мы поливаем тюльпанчики, и они очень хорошо растут. Не помню, сколько здесь было болб этих луковичек, но, по-моему, 45. Я их садила вот так по 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Вот эти прям ровно посадились, а вот эти, пока поливала, съехали. Вот. До конца не должно быть цветочков, если что. Здесь солнышко только утром, а после обеда солнца нет вообще. Да они так выросли. Все, сыночек? Вчера дождик был, сегодня дождика нет. Мы полили уже, да? Можно уже заканчивать. И ты хочешь, да, помочь? Давай, помогай. Держи. Поливай. Поливай. Держи. Держи шланг и поливай. Он каждый раз выходит на улицу и такой... показывает пальчиками, так на шланг, да? От хозяин. Хозяин такой. Да? Давай сюда чуть-чуть двинемся. Да? Все, закончили. А что там, машина? Мусорка приехала. Пойдем посмотрим, пойдем. В общем, поставила я стирку на Берри. На
На 54 минуты. Поставила и ушла. Натенила, оставила в гараже, пока я пошла одену куртку. Прихожу, ну, стирка включена. Пока туда-сюда. Смотрю, уже стирка закончилась. Заканчивается, 2 минуты осталось. Поняла, что Натенил вот так крутил-крутил. Да, и поставил на спирвош. Он тоже кнопку умеет нажимать, вот этот старт. Поэтому весь порошок ушел за 15 минут. Все, Натенька, не надо крутить. Пойдем, пойдем. Поэтому жалко. Жалко. В общем, надо, чтобы процесс начался. И Натенила забирать. Конечно же, мы уже на велосипеде более так осознанно уже катаемся. Да? Уже пытается ножками дотрагиваться на педальку. Педальку дотрагиваться ножкой. Да, мой хороший. Отталкивается. Какой смешной мальчик. Привет. Так, в общем, Натенил забрал кровать и Васика. Ест макарончик. Покажи, что ты кушаешь. И говоришь, и говорит Ивасику, на. Натенил, угости Ивасика. На, скажи. Он ему прям почти всю штуку дал. Я говорю, не, всю штуку не надо давать. Он же так не съест, надо кусочками. На, скажи, на, Ивасик. Кушай. Молодец, какой ты щедрый. Молодец. Натенил, ты такой добрый. Ты такой щедрый, да? Давай мама ручки помоет. И Васик довольный. Рад стараться. Давай мама сейчас вытрет ручки, да? Чтобы тут все липко не было. Тап-тап-тап, кого я сейчас поймаю? Ого, какой ты умелка. Да какой же ты умелка, до какой степени, да такой. Гдик-гдик-гдик-гдик-гдик-гдик. Акробат. Все, мама будет, мама считает, а ты прячешься, хорошо? Хорошо? Мама пошла считать, а ты прячешься, хорошо? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Куда ты? А ну давай, на пол. Вот так и живем. А где наш мальчик? Где наш Натенька? Раз, два, три. Ку-ку. Васик, тут как тут? Тут как тут? Тут как тут? Жавонька. Ты жавонька, привет. Привет. Да. Гуляем. Привет. Давай, покажи, как ты нежно. Нежно глади Васика. Покажи. Вот так вот скажи. Главное вовремя смыться. Дай Васика. Ты-ду. Ты-ду.
мячик там, да? Ого! Бросай! Давай маме, бросай! Ого! Какой ты молодец, на! Бросай, раз, два, три, бросай! Ой, молодец! Раз, два, три, бросай! Бросай! Ой! Ого! Да ты молодец! Даже далеко как бросил! Поднимай мячик. Скажи, какой я красивый мальчик. Аж до камина, да? Еще один знаток. Буквально куча. Да, лисичка, Санта, лиса. Папа, да? Где папа? Вон папа, вот папа красивый наш. Папы носик, глазки красивые, улыбочка. Давай, где мама? Мама, да. А где ушки у мамы? Где у мамы ушки? Ушки. Ушки. Сережечка здесь. И у папы ушки, но сережки нет, только у девочки. Зубки. Цветочек. И папа с мамой красивые, да? Ой, какие красивые. Да, твои мама и папа. Где папа? Где папа? Папа. Нет, вот папа. А где мама? Мама. А где папа? Папа хороший. Папа любимый. Скажи, мы так скучаем за папочкой. Очень папа наш хороший. Приезжай, папочка. Мы тебя любим и ждем. И мама. Все, мы покатались только что. Ого! Натанил? Сейчас соседи придут. Натанька! Натанил! Натанька! Где? Где мама? Да, это так мы перед сном ночным, да? Итак, мы каждый раз, когда ложимся спать, читаем Библию. И потом он еще выбирает, он сам выбирает, какую книжку он хочет. Он выбирает Библию всегда. Вот она, скажи, моя любимая. И Мишку Косова, посмотрите. Одинаковые, две просто голубенькие, и он знает, какую брать. Натанюшка, какую берем книжечку еще? Здесь у нас русские книжки, русские, украинские. Здесь у нас только английские.